12 июня, яровая пшеница, сорт Лекомера, масса, здесь было где-то 150 килограмм диаморфоски, 200 килограмм селитры. Шесть миллионов. Шесть. Пять. Четыре. Нижний ярус начинает уже, можно сказать, с уменьшением нормы высева зеленеть. То есть зеленый оттенок. 4. Это уже 3. 3 миллиона. Достаточно густо выглядит. 3 миллиона. И 2. Два миллиона. Где-то 90-100 килограмм, в прошлом году масса 1000, лекомер была 50 грамм, местами даже выше. Отлично выглядит пшеница. Предшественник здесь соя. Основная обработка, вспашка здесь была на этом участке. 12 июня, яровая пшеница, сорт Риза. Рядом лекомера. Лекомера, ну, чуть-чуть, может быть, на 3-5 сантиметров пониже. У лекомера лист широкий, чистый, красивая лекомера. Ну, понятно, что здесь в стыках я сравниваю 6,2 миллиона. Поэтому это, может быть, не так правильно. Это Риза. Риза 6 миллионов. Листочек поуже. Но со снижением нормы высева лист, естественно, лист будет пошире. 6 миллионов. Сейчас также на Риза флаговый лист. Шесть. Кущение. Да, кущение также присутствует. Потому что период как раз кущения была благоприятная такая влажная погода. 6 миллионов. 5 5 4. 4 миллиона. 3. И 2 миллиона. Ну так, если визуально видно, что кущение 3-4 присутствует на этой делянке. 2 миллиона. 2 миллиона. И, как я говорил, лист уже здесь пошире. Конечно, не такой широкий, как на лекомера, но также достойный вид. Пшеница достаточно чистая от болезней. В нижнем ярусе листья еще пока держатся на 2 миллионах. Ну и понятно, что средний и верхний такой же здоровый вид. Это получается 2 миллиона. 2 миллиона. И 6 миллионов. Ну, чуть-чуть разница есть. Но
по этому году пока я бы не сказал, что сильно значительное, что растения вот на данный момент страдают, допустим, от недостатка влаги, или недостатка элементов питания, такого пока нет. И визуально так разницы тоже заметной тоже не присутствует, только немножко выдает то, что на 2 миллионах лист пошире, а на 6 поуже, понятно, ну и погуще, кажется, посев погуще. Вот так вот, такое вот состояние